Часто взывал Бог своим духом к человеку, но тот ведет себя, будто ранен Богом. На Бога смотрит он лишь с расстояния, боясь, что в мир иной уведет его Бог. Бог часто вопрошал дух человеческий, но в страхе, что Бог его всего лишит, тот продолжает Бога игнорировать и запирает свою дверь перед ним. Бог не принуждает человека, он просто делает работу свою. Через море могучее человек однажды приплывет к Богу и сможет наслаждаться всеми богатствами земли, не рискуя утонуть в море. Бог спасал человека, когда тот падал, но очнувшись, тот Бога покидал. Не тронут Божьей любовью, он смотрит настороженно, и так ни разу не согрел его сердце Бог. Бог не принуждает человека, он просто делает работу свою. Через море могучий человек однажды приплывет к Богу и сможет наслаждаться всеми богатствами земли, не рискуя утонуть в море. Человек — это бесчувственное творение, хладнокровное животное. Даже будучи согрет в объятиях Божьих, он не бывает тронут этим никогда. Человек подобен дикарю в горах, заботу Божью никогда он не ценил. Он выбирает жить в горах среди диких зверей, но он не хочет убежище в Боге найти. Бог не принуждает человека, он просто делает работу свою. Через море могучий человек однажды приплывет к Богу и сможет наслаждаться всеми богатствами земли, не рискуя утонуть в море.